Не исключено, что распространению инфекции способствуют перепады температур и потепления. В середине недели синоптики ожидают до 7 градусов выше нуля. В прямом смысле не за горами уже и большая вода. Паводок ожидают через 2 недели. Но ситуация, которая сложилась на Алтае и Новосибирской области, по прогнозам специалистов, не грозит. Напомню, у соседей затоплены поселения в 3 районах. В эвакуации на сегодня остаются 1300 жителей из 40 деревень. Остальные вернулись в свои дома. В Алтайском крае работают и спасатели из Новосибирской области. Командировка затянулась. Восстанавливать поврежденные водой территории мешают проливные дожди. Осадки вызвали интенсивное таяние снега на склонах и очередные подтопления.